покупая на свой, на проект, которым мы сейчас занимаемся, технику, мы выбрали фотоаппарат Canon 7D. Потому что к тому моменту, на начало весны 2010 года, в двух местах в мире его стали переделывать и менять его гнездо объектива на другое гнездо. Ну вот такое. После чего стало возможным ставить сюда кинооптику. Эта штука называется PL Mount. Вот мы купили, заказали в Швеции такой фотоаппарат Canon 7D с PL Mount. Сейчас мы будем его собирать. Почему мы выбрали 7D, а не 5D? Потому что матрица у фотоаппарата Canon 7D такого размера, что когда ставишь сюда кинообъективы, сохраняется их фокусное расстояние. А в камере 5D матрица больше, и в кинообъективы не покрывают всю площадь этой матрицы. Поэтому их и не переделывают вот таким образом. Сам аппарат ставится на суппорте, на который в дальнейшем будет крепиться у нас аккумуляторная батарея, питающая сам фотоаппарат и устройства, которые будут способствовать. То есть радиофокус для фокусника, два монитора, операторский и для фокусника. Преобразователи сигнала из HDMI в обычный AV для удобства монтажа непосредственно на площадке. А сам фотоаппарат питается от своей родной батарейки. Вот. А нужны еще аккумуляторные батареи, чтобы питать дополнительное оборудование. Потому что нужны дополнительные разъемы для этого оборудования. Фотоаппарата их нету. Первое, что мы решили использовать, это радиофокус. Потому что я не люблю, когда ассистент по фокусу трогает камеру, когда я на нее снимаю. И когда мы решили, что мы хотим купить сюда радиофокус, то стало понятно, что к нему нужно какое-то питание. Пришлось вешать сюда эти огромные батарейки. После того, как фокус-пуллер начал этим всем пользоваться, стало понятно, что было бы удобно, чтобы у него был свой монитор. Потому что он обычно стоит не у меня за спиной, а смотрит в профиль на меня и на актера, чтобы видеть, какое расстояние между нами. И значит, его монитор должен смотреть в другую сторону, чем мой. Стало понятно, что на этой конструкции должно быть два монитора. Хотя это все-таки фотоаппарат, и он используется, так скажем, в достаточно недорогом кинопроизводстве, но если мы хотим сделать все качественно и интересно, то режиссеру тоже нужен большой монитор, в котором он будет все видеть. Вот, а у Canon 7D есть только HDMI-выход. А в настоящее время почти никакие устройства не записывают HDMI-сигнал, и то есть мы не можем записать это все на плейбэк, чтобы режиссер там посмотрел, перемотал. И поэтому мы используем конвертер, который преобразует HDMI-сигнал в обычный AV. И уже AV-сигнал записывается любыми доступными записывающими устройствами. Также, потому что, так как у нас два монитора для оператора и для фокус-пуллера, нам понадобился HDMI-сплиттер, который из одного сигнала делает 4 HDMI-сигнала, потому что у фотоаппарата только один выход. Соответственно, этот сплиттер тоже запитывается от большой батарейки. В принципе, возможно, и сам фотоаппарат запитать от большой батарейки, просто нужны еще дополнительные там устройства, и мы решили не заморачиваться по этому поводу и питать сам фотоаппарат от обычной батарейки. Сейчас мы одеваем на площадку аккумулятор и сюда подсоединяем монитор. Вот, радиофокус у нас состоит моторчика, который крутит, собственно, само кольцо фокуса, и передатчика радиосигнала. У тебя Гриша ставит на площадку большую аккумуляторную батарею. Такая штука находится в руках у фокус-пуллера. И он, собственно, ей переводит фокус. Единственная проблема, которая может возникнуть с таким вот радиофокусом, это то, что он иногда шумит. Что
при чистовом звуке не всегда приятно, так скажем. Вот фокус-пуллер обычно стоит сбоку камеры, смотрит в свой монитор на актеров и, собственно, переводит фокус. Так, почему у нас не одна площадка аккумуляторная, да? Да. Потому что у нас не только радиофокус, а еще два монитора. Соответственно, раздваиваем еще. Так как в фотоаппарате есть только один HDMI-выход, а у нас два HDMI-монитора, нам приходится использовать вот такое вот устройство, которое называется HDMI-сплиттер. Сюда входит один HDMI-сигнал и распараллеливается на 4 выхода. То есть мы можем подключить какие-то 4 устройства. Вот. Это, в принципе, неплохо, но для этой штуки нужно тоже дополнительное питание. 5 вольт. У нас было два варианта вообще питания этой штуки. Первый вариант такой мобильный и более простой. Гриша, где они? Вот, но это не очень удобная штука получилась из 4 батареек, потому что приходится менять аккумулятор. Там, за день, по-моему, 3 раза. Вот. И поэтому мы сделали такую цепь, собрали, которая преобразовывает просто 15 вольт в 5. Но, к сожалению, она сейчас у нас сгорела вчера. Да, фотоаппарат имеет, как Федя сказал, обычный AV-выход и HDMI-выход. HDMI — это новый формат цифровой, который дает картинку высокой четкости, что, в принципе, нам и важно, особенно фокус-пуллеру, когда он крутит фокус. А так как это у нас, так скажем, цифровое устройство, AV-выход здесь как бы не обычный, а он из цифры преобразует в AV, поэтому он очень плохой. Картинка вся дрожит и не очень качественная. Поэтому... Из цифры, правильно. Да, из цифры. Вот. Поэтому мы пользуемся HDMI сигналом. В принципе, довольны. Еще у нас возникла такая проблема, как давать сигнал режиссеру на плейбэк. И так как у нас монтаж на площадке, там сигнал берет режиссер, монтажер, плейбэк. Всем нужен сигнал. По HDMI, как я уже говорил до этого, мы не можем его передавать, потому что нет устройств, которые пишут HDMI-сигнал сразу. Либо они только появляются сейчас где-то в Японии, эти устройства. В России таких вообще нет. Вот, поэтому нам пришлось из HDMI-сигнала преобразовывать его в обычный аудио-видеосигнал аналоговый. Преобразуется этот сигнал вот с помощью такой штуки. Это вообще единственная штука, которую я нашел в мире, походу. Вот. Это даун-конвертер. Они не распространены, потому что они из хорошего сигнала, по сути, делают плохой сигнал. Сигнал с понижением качества. Но для режиссера и для плейбека это, в принципе, нормальный сигнал, который они могут смотреть на большом мониторе, потом просматривать, отматывать назад и смотреть. Вот это самый маленький вообще, и, походу, единственный. Был еще вариант вообще огромный. А сколько вольт? Питается он тоже 5. От 5 вольт. Да, заказывали мы его в Америке, производят его в Тайване. В общем, там такая цепь. Вот, ну, приходится идти на такие жертвы, потому что режиссер очень хочет смотреть все на своем большом мониторе. Да, и даже дело не только в этом. Мы ремонтируем сразу, пока мы снимаем. Они этот дубль захватывают. И когда мы к ним подходим, они уже успевают его в монтаж поставить. И от сплиттера отправляем сигнал на один монитор, на второй монитор и на даун-конвертер. В принципе, мы надеемся, что в скором времени мы все вот это соберем в один большой блок, чтобы это вот так вот не торчало и не держалось на тейпе, и тогда... Да, у нас будет счастье, в общем. Мы покажем, да, оденем плечевой упор и ручки. Как ты можешь устраивать? Какие-то провода, какие-то на тейпе все приклеено. Да все меня в ней не устраивает. Но вроде это лучше, чем сейчас я хотел бы пользоваться.
Похоже, она одна в Москве. Больше таких нет. Ты спрашивал, насколько быстро это устареет. Думаю, что устареет за полгода. Если мы снимаем в тесных условиях, то мы вообще используем вот это. Просто там фокус неудобно переводить. И есть еще некоторые другие проблемы. Мы даже ставим ее на стедикам вот в таком положении. Иногда бывает удобно, когда снимаешь со стедикама снизу. Нужно ставить наоборот. Потом на постпродакшене переворачивать. Мы уже привыкли, в общем, к этой штуке. Она нам нравится. Данная конструкция и вообще сам фотоаппарат не совсем подходит для документальных съемок, могу сказать точно. Почему? Потому что через 40 минут непрерывной работы у вас произойдет перегрев матрицы. В принципе, это как со всеми такими хорошими цифровыми камерами происходит, с тем же RED'ом и так далее. Из-за перегрева матрицы она просто выключится. Через там час, может быть, полтора, 40 минут. Для документалистики не подходит, а для кино и вот для телепроектов вполне, потому что у нас есть время, пока идет перестановка на следующий кадр, мы ее просто выключаем, она остывает. Вот, ну, наверное, все.